Безопасность превыше всего. В аэропорту Наринмара действуют усиленные меры профилактики по борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, весь транспорт наринмарского авиаотряда ежедневно обрабатывается дезинфицирующими средствами. Александра Литкова продолжит тему. Любое общественное пространство, в том числе здание аэровокзала, автобусы для пассажиров, салоны самолетов и вертолетов – зона риска при передаче вируса. Поэтому тщательную обработку наземного транспорта и воздушных судов, задействованных на местных авиалиниях наринмарского авиапредприятия, проводят ежедневно. После того, как прилетает самолет, выгружают людей, и мы, перед тем, как зайти в самолет, обязательно проводим обработку самолета, дезинфекцию. Люди выгружаются, никто туда больше не заходит. Мы обрабатываем, мы утром уже люди садятся уже в дезинфицированный самолет. Санитарную обработку всего транспорта наринмарского объединенного авиаотряда, которые совершают вылеты внутри региона, в среднем проводят 250 раз в месяц. Да, послеполетном выполняют техсостав тем же самым допущенным составом. Автобусы обрабатывают специалисты службы спецтранспорта. В случае выявления больных либо на воздушном судне, либо если кто-то из специалистов в авиаотряде заболеет, обработка проводится уже специализированной выездной бригадой. На сегодняшний день на региональных перевозках пассажиров задействованы 18 вертолетов Ми-8, 5 самолетов Ан-2, 2 автобуса и 1 микроавтобус в аэропорту Наринмара. Александра Литкова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».